Добрый день, портал «Инсургент» с нами. Командир «Синих полосок» Вернон Роше. Скажите, это персонаж фильма компьютерной игры? Я просто не все персонажи знаю. Это персонаж компьютерных игр «Ведьмак 2» и «Ведьмак 3». Один из, скажем так, друзей «Ведьмака» Геральта. Вы первый раз участвуете в косплее или был такой уже опыт? Нет, я косплею с 2013 года. Косплей — это мое основное хобби, наверное. Не спрашивайте, сколько у меня костюмов, я не знаю, я не считал. Очень много, да? Не так сказать много, но штук 10, наверное, есть. 10? Ну, плюс-минус, я не знаю, я не считал. А какие еще у вас персонажи? Ой, ну так, если сразу, Магнета из Людей Икс, Каратель, один из близнецов Лютес, два костюма Саб-Зира, что еще, Геркулес был, этот... Кристоф из Фроузена был, то есть вот так вот это навскидку сразу. С 2013 года, да. И вы, получается, по 2 года персонажу, где-то потом следующие персонажи? Нет, обычно, ну то есть сезон косплейный, то есть стараешься на новый сезон сделать как минимум один новый костюм. То есть косплей-сезон — это вот с весны по осень. То есть зимой обычно фестивалей нет, ну, наверное, бывают какие-то, но я на них обычно не хожу. И то есть ты стараешься к новому сезону сделать новый костюм. Следующий кто будет? Пока секрет, да и нужно определиться. Всегда у любого косплеера, я вам раскрою тайну, у любого косплеера есть список персонажей, которых он хочет сделать, и вот он между ними мечется, и вот так, что-то сошлось, все, я сделаю вот этого персонажа. Оно как-то так само сходится. Много еще персонажей вообще, ну, 10 еще персонажей, которые вам нравятся, 20? В моем списке? Да. Ну, штук 10 точно есть, но, опять же, ты там сегодня прочитал новый комикс там или посмотрел какой-то новый фильм, ты увидел персонажа, ты загорелся, добавится новый в список. То есть это такой непрерывный процесс. Было такое, что нравился персонаж, а потом резко как-то охладели и передумали, вот нет, не буду я его косплеить? Да, бывало такое. На самом деле бывало из-за того, что, не знаю, там поменялась конституция или там, не знаю, еще что-нибудь. То есть ты сначала хотел какого-то персонажа, потом ты понимаешь, что не идет как-то, и забрасываешь это дело. Вот. Либо наоборот, ты можешь отложить персонажа в долгий ящик, когда-нибудь я его сделаю, там, не знаю, поменял работу там или, не знаю, наследство получил какое-нибудь, у тебя появились деньги, и ты такой: о, я вложусь в этого персонажа. А много денег уходит на создание костюма? Ну, на самом деле, по-разному. То есть зависит, конечно же, от костюма. Вот костюм, который сейчас на мне, это из моих костюмов самый дорогой. По-разному, то есть в зависимости. Но дешевизна костюма не значит, что это плохой костюм. Ни в коем случае. Вот сколько примерно ушло времени, денег на создание этого образа? Времени я где-то... На самом деле, я быстро его сделал достаточно, потому что мне помогали мастера со всей России, скажем так. Вот. По деньгам я не подбивал прям чек, но приближалось к 100 тысячам. Вот это конкретно. Это самый дорогой, получается. Моих, самый такой бюджетный вариант? Самый бюджетный, ну, наверное, 1000, не знаю, там, может быть, в 10 можно уложиться, там, что-нибудь такое несложное. Там, тот же каратель, плащ у меня был, футболку я сам, ну, то есть мне помогла... помог партнер по косбенду покрасить. В принципе, все есть. То есть там берцы, несложно. Но тут главное отыгрывать персонажа. Ну вот, например, меч, это вы где-то его покупали, на заказ он делался? Да, мне конкретно этот меч делали кузнецы из Ярославля. А костюм? По-разному, я же говорю, мне вот этот костюм собирала вся страна, то есть у меня защита из Новосибирска, тоже ребята-кузнецы делали, швея, если не ошибаюсь, ну, боюсь ошибиться, по-моему, из Ульяновска, швея делала, вот льняной вот этот весь костюм, шаперон делал я сам, по-разному, все вместе. Перчатки простые сами, достаточно, в принципе, да, да. Ну, тут несложно. Это тут тоже, да, кузнецы? Нет, это оно мягкое. Оно мягкое, да. Это не, к сожалению, наше законодательство запрещает такое сделать металлическим, поэтому оно мягкое. Убить ими невозможно или можно? Ну, знаете, если постараться, то можно и карандашом убить, как бы. Но конкретно это не попадает под закон об оружии. Просто я еще в обычной жизни я юрист, вот, поэтому закон об оружии я знаю неплохо, вот, поэтому вот это конкретно не попадает под закон об оружии. Вот, хотел еще спросить, вы участвуете постоянно в различных фестивалях, как вам Эпикон по сравнению с другими фестивалями? Отлично, ну, конечно, есть обычные ошибки первого фестиваля, то есть Эпикон впервые в Москве,
я вам больше скажу, я был на всех эпиконах в Санкт-Петербурге, а на крайнем эпиконе, который был вот совсем недавно, я был членом жюри на этом фестивале. Эпикон, я очень рад за фестиваль, что он разрастается на другие города, это здорово. Вот. Конечно, всегда есть ошибки, в любом фестивале нет идеальных фестивалей, но самое главное, чтобы организаторы слышали косплееров, участников, там, прессу, чтобы что-то менялось, и это будет здорово. Вот этот контакт, это самое главное, и все тогда будет классно. А в жюри понравилось быть? Да, это отличный экспириенс, на самом деле. Это очень сложно, потому что ты не видишь фестиваля вообще, ты смотришь выступления косплееров, потом быстро бежишь обсуждать, потом идешь на смотр костюмов, потом опять выступление и так далее. У тебя 2 дня проходят. Вот. И очень больно сердцу вычеркивать людей из списков. Ты понимаешь, что надо кого-то вычеркивать всегда. Но это очень здорово, это очень интересный экспириенс для меня. Я много для себя понял и изменил свое отношение к тому, как жюри оценивают наши костюмы. И как изменилось вот это вот отношение? Более лояльно как-то или более, наоборот, предвзято? Нет, не в этом плане. То есть я понял, на что вот я как член жюри обращаю внимание во время выступления, на что я обращаю внимание, когда я осматриваю костюм. То есть я прекрасно понимаю, что члены жюри, которые сегодня там или на любом другом фестивале, они точно так же смотрят на те же самые моменты в костюмах. Вот и все. Они смотрят на то, насколько аутентично с персонажем, либо сколько затрат было, то есть оценивают, не просто ли это, ну, насколько сложно было сделать костюм, или какие вот основные моменты? На самом деле в совокупности все смотрят, то есть человек должен быть, в принципе, похож. Ну, как бы, опять же, это я могу долго об этом рассказывать, то есть есть отечественный подход к косплею, есть американский подход к косплею, они отличаются очень сильно, и в каждом из них есть плюсы и минусы. Но в комплексе смотрят образ, то есть твое выступление, естественно, в первую очередь во главе угла стоит костюм, как он сделан, насколько сложно он сделан, насколько он совпадает с исходником. Это очень важно. Это, наверное, самое главное. Ну, по сути, косплей — это то, как ты... То есть ты должен полностью воссоздать персонажа. Поэтому это самое главное. А вот вы сказали, что в Америке по-другому. В Америке как? Ну, я вам вкратце расскажу. Это моя личная теория. Ну, это просто наблюдение. Есть 2 подхода. Американский и наш отечественный. Американский подход, он в чем? Человек даже, например, ну, к примеру, возьмем человека достаточно полного, да, там, со всеми бывает, ничего страшного, я сам не худышка. Но он выбирает себе персонажа, не подходящего ему по конституции. Например, Человека-паука, к примеру, да. И в Америке в большинстве своем, опять же, это все зависит, я не могу говорить за всех, все его похвалят, скажут, ты молодец, ты стараешься, круто, отличный костюм, продолжай. У нас, то есть в этом есть какой плюс? В этом есть плюс, что человека мотивирует, человек доволен, все здорово, все веселятся. У нас же тебя могут, скажем так, оскорбить в интернете, я так скажу, за то, что у тебя, например, не тот цвет пуговиц в костюме. Или у тебя, как, знаете, мы говорим, рожа не похожа. Вот, то есть это другой подход. Это заставляет быть лучше. С каждым твоим новым костюмом, с твоим новым проектом ты должен становиться лучше. То есть есть плюсы и минусы в обоих подходах. Просто это разные, ни хуже, ни лучше. А куда-то за границу на заграничные фестивали вы ездили, да, косплей? Нет, я еще не ездил. На самом деле я был только в Питере и в Москве на фестивалях. Ну, постоянно вот. Игромир, мой любимый фестиваль вообще, бывал на эпиконах, на комиконах и так далее. Я бы с удовольствием съездил, на самом деле, куда-нибудь, но если позовут, как бы, там, или членом жюри, или приглашенным гостем, все-таки это накладно. Вот это все вести, там, я не знаю, или еще что-нибудь, то есть это очень накладно, но огромное количество моих знакомых косплееров катаются. Вот, например, в эти же дни проходит в Астане, если по-новому, в Нур-Султане, отличный фестиваль, смотришь сторис, ребята отлично проводят время, шикарный фестиваль, все очень здорово. Хотела еще спросить, а конкурсы, которые здесь проходили, дефиле, вы участвовали? Я участвую, и через, по-моему, минут 40 у меня выступление. Большое вам спасибо, не буду больше отвлекать, чтобы вы успели подготовиться все, так, психологически. Очень хорошее интервью, большое вам спасибо. Удачи вам. Хорошего. До свидания.